звездный десант депутата Красногорска и президента группы компании Zendon приехали в Красногорск. Молодцы, привезли помощь. Важно, где это? Так, ну что, везде. Как это приятно, когда... Смотрите, спасибо. Илья Сергеевич Шадриков, это руководитель спортклуба именитого рукопашного боя. Наш депутат. Я думаю, что если вы захотите, можно даже попросить Илья Сергеевича. Я устрою какое-то мероприятие. Вот у нас молодежь прям сразу загорелась глазами. Мы привезли свои слабости. Во-первых, будем говорить спасибо большое за то, что вас все-таки Сергей Николаевич принимает в стенах этого дома. Илья — это не просто спортсмен, да? Это офицер спецподразделения «Альфа». Он тоже воевал не один год. Он тоже знает, что такое война, да? Он всем на Кавказе. Дай Бог, чтобы у вас все хорошо было. Вы сказали, спасибо за ваши слова, вы сказали «капля моря». Вы не представляете, это не капля моря, то, что вы делаете для нас. Мы счастливы, что мы попали сюда. Я сегодня уже сказала, вас сейчас тут суперспециалисты. Мы таких горлов, у нас нет таких специалистов. Мы вот вчера прошли по Красногорску, мы попали в другой мир. Поэтому я вам низкий поклон материнский, вам спасибо большое, что вы за наших детей переживаете. Вот если будет возможность мальчику сделать хороший протез для них, ему оторвало руку, я на него прошу, не надо, показывать не буду. Вот. Вот рука, которую нам нужно вернуть. Если будет такая возможность, я знаю, что Сколково это делает. Вот я бы вот за этого парня просил, потому что он стесняется, стесняться нечего, надо гордиться. Шрамы уже попу прощают. Понял? Ну, не такой, если у него тоже был операцию, но там был фонд, который возглавляет Валентин Терешков, а память поколений. Они поменяли это за это нужно не завтра, не послезавтра, это нужно вчера память. Я понял, надо просто будем узнать, по этой категории они делают. Не, молодец. Просто это было оперативно, и хочется, чтобы вот так люди все поднимались в нашей стране. Раз, два. И чтобы это такие все делали. Были депутаты. Да. Такие вот сами приезжали, помогали. Ребята, у каждого, наверное,